Химкинский лесопарк – крупнейшая зеленая зона города. На данный момент на объекте площадью 47 гектаров проходит первый этап комплексного благоустройства. Убирают заросли растений и аварийных деревьев, готовят дорожно-тропиночную сеть. На всех этапах используют экологичные материалы для сохранения экосистемы. Мы подходим правильно к экологическому вопросу, поэтому используем обязательно либо щебеночное основание, которое не так сильно влияет на собственно почву и корневую систему растений. Плюс мы обязательно используем деревянные настилы, которые тоже нагрузку не дают. И, так скажем, сияющие относятся к лесу. Кроме того, завершают работы по установке освещения. К решению этого вопроса также подошли экологично. Основанием служат деревянные опоры, а провода устанавливают в рамках проекта «Чистое небо». Линию уличного освещения проводят в трубах под землей. Рабочие уверены, обновленный Химкинский лесопарк станет еще одним местом отдыха для жителей города. Мы делаем благоустраиваем этот лес для того, чтобы людям было комфортно здесь находиться. Делаем подушку, песок, щебень, соответственно, все по нормативам, чтобы было долго и на века. Первый этап благоустройства завершат в следующем году. На данный момент работы выполнены на 30%.